Ничего проблемы. Привыкли, речка рядом, земля кругом рядом. Мы привыкли в земле рыться. Ну, а потом дом построили мы с мужем, с Иваном Ивановичем. Тут дети пошли, трое детей. Сын застрелился, правда. А живете одна давно уже? Ой, 65-го, как мужа похоронила. Вот так и все время уже я живу одна. А дочери, дочерям сколько лет? Дочке одна с 52-го года. А там дальше идут. Ну, они вам звонили после несчастья? Ну, как после у вас случилось? Ну, как случилось, что пожар? Да они не шибко-то звонят. Мы звоним по таким телефону. Мы набирали, да, поговаривали помаленечку. Они всегда хотели, чтобы это я делала. А я малограмотная. Это там набирать, это все мне целое горе. Ага, а что я три класса кончила и война. И все. Так мои дети. Там я тут. Мои дети хорошие, добрые. Так а почему они вас тогда не приехали, не забирают? Да что-то я не знаю, некуда, наверное, уезжу так, что квартиры нету. С квартирами плохо. Та сургутская снимает ко. Она живет, правда, у свекров, у бывшей. Ага, когда муж вышла, так у них живет. Ага. Перебиваются со стариками. А что, со стариками не так уж плохо и жить. Не знаю, я всю жизнь жила с мальчиком 7 лет, со свекровью 9 лет. И я никогда ни с кем не ругалась, я всегда добрая была.